Выявлены факты хищения бюджетных средств бухгалтерами учреждения образования области. Общая сумма составила 83 миллиона тенге. Установлено, что бухгалтер детского сада Буландынского района перечисляла денежные средства на счета родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями. Всего за период работы с сотрудником похищены 47 миллионов тенге. Второй случай установлен в одной из школ Степногорска, где работник похитил средства учреждения на сумму 36 миллионов тенге. По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уголовные дела переданы для расследования специальным прокурором. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы, запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Работа в данном направлении продолжается.